Да, очень красивые места. У нас есть пруды. Там бьют родники, пруды чистейшие. Место нас очень привлекло. Душой уже пригрели, построили здесь вот родовое гнездо. Но случилось так, что в ноябре на нас, как просто гром среди ясного неба, грянула новость о том, что в 3 километрах от нас планируется постройка полигона мусорного под красивым названием «Экотехнопарк». Здесь не должно быть никакой свалки. Должна расти пшеница, свекла. Как скотине относится. Слушай его, слуги народа. Будет применяться брикетирование с обертыванием в пленку, что исключит негативный запах и попадание в атмосферу веществ. Пытаются нам власти преподнести это очень красиво, что это будет переработка, что это будет... мембраны все выстилано, ничего внутрь в землю не пройдет. Но на самом деле при детальном изучении мы понимаем, что при наших температурах, да, при наших климатических условиях эта мембрана деформируется, и все это все равно будет проникать в почву. Тот земельный участок, который сегодня у нас находится в районе Стебаевского сельсовета, он удовлетворяет всем требованиям экологического и санитарного законодательства. Там нет близко подземных вод, там нет поверхностных водных объектов, там нет особо охраняемых природных территорий, что позволяет такие объекты размещать. Вода необыкновенная. Она здесь везде. Нешуточная информационная война разгорается на фоне строительства нового мусорного полигона. И силы совсем не равны. У властей под крылом все областные каналы и огромный бюджет. У жителей только социальные сети и работа с экспертами высшего уровня, которые дали отрицательное заключение проекту под названием «Экотехнопарк Липецкого района». Подавали более 20 заявлений, уведомлений, и абсолютно на все мы получали отказы. Поэтому было принято решение уже выходить на одиночный пикет. Ну, если у вас есть инициативная группа, я не про те, кто на пикет выходит. Как пикет организуют, я, к сожалению, знаю. Да? А вот если люди действительно есть, которые проживают, я готов с ними лично встретиться. Приходите ко мне с ними, пожалуйста. 3 часа я сегодня отстояла в пикете у вас под окнами. А вы в это время заявляли, что тот, кто там стоит под окнами, сейчас никакого отношения к Стебаевскому сельскому совету не имеет. Все, что обещали такие, как вы, ничего не сбылось. Ложь повсюду, понимаете, от вас. Вы сейчас сидите и вешаете лапшу на уши нам всем. Вы знали, что вы чистый закон, сегодня переехали. Мы 8 лет строились, мы вложили все. Мы переехали в экологически чистый район. В июле 21-го. А осенью мы узнаем об вот этом вот предстоящем строительстве. Вы думаете, мы вам позволим? Я могу вам сразу сказать, полигона не будет. Не будет! Ищите!